Приветствую всех цветоводов на канале Zenaichi Info. Сегодня разберем тему посадки черенков винограда весной в бутылке. Чтобы не забыть, сразу подпишитесь на канал и смотрите другие видео. А теперь приступим к изучению земли для посадки и техники заделки черенков. Черенкование винограда считается одним из самых плодородных, быстрых и простых способов разведения. Заготовленные с осени черенки весной отбирают, нарезают и высаживают бутылки. Проращивают черенки по-разному, в зависимости от региональных погодных условий. Кто-то подготавливает в феврале, другие исключительно в апреле, а то и позже. Несмотря на разницу по времени, посадка черенками предполагает наличие общих этапов для всех садоводов, начиная со сбора почвенной смеси, заканчивая техникой посадки. Земля для посадки черенков винограда весной – одна часть зерновой земли, одна часть песка, половина перегноя. Объединенная почвенная смесь засыпается в срезанные 3-литровые бутылки. Заменить предложенные ингредиенты можно покупной компостной смесью, но если планируете бюджетный вариант посадки винограда, то лучше собрать землю из того, что есть под рукой, песок, речной, к примеру, перед добавлением другим ингредиентам пропарить, затем пролить собранный состав 1% раствором марганцовки. Как подготовить черенок к посадке? Замочить на сутки в воде или в растворе гетероксина. Корнестимулятор ускорит прорастание черенка. Отжать, посмотреть, не расплылась ли кора. Промокнуть бумажной или хлопчатобумажной тканью, после чего подготовить к посадке. Нижние и верхние срезы повторить. На нижней части сделать засечки или кольцевые надрезы. Поместить сухой корневин. Работать в перчатках и защитной маске. Черенки и почвенная смесь готовы к посадке, бутылки также подготовлены, горлышко срезано, на дне проделаны отверстия для дренажа. Смочить почвенную смесь в бутылках водой и подождать, пока вода стечет. Техника посадки черенков винограда весной в бутылке. На участке сделать ямку до 40 см, с учетом, что черенки винограда не больше 30 см. Ямку полить, пока вода не испарилась, поместить дренажный слой, камешки или керамзит, поверх которого засыпается перегной. Некоторые садоводы добавляют зерна ячменя, чтобы повысить аэрацию. Выставляем саженец с бутылкой в ямку, присыпаем землей. Бутылка с черенком винограда возвышается над поверхностью земли. В чем плюс такого метода? Заранее подготовленная ямка примет черенок и после развития листов, который появится через несколько недель, можно сразу же пересадить саженец с бутылки, не волнуясь за систему дренажа или рыхления в грунте. После пересадки поливаем, а возле образовавшегося круга раскладываем мульчу толщиной 10 см для сохранения влаги. Поливать умеренно, по мере просыхания почвенной смеси. Подкормки вносить жидкие после формирования дополнительной пары листьев. Читайте о подкормке винограда весной минеральными удобрениями на сайте Zenaichi Info. Пишите в комментариях о вашей посадке винограда весной в бутылке, делитесь авторским уходом. Все ли корректно в нашей аудиостатье? Помогите нам стать лучше. Обязательно поставьте лайки под видео и подпишитесь на канал Zenaichi Info.